Дорос, я приготовил султан кебабы. Очень-очень вкусно начал запах. Друзья, мясо очень-очень мягкое, очень-очень вкусно осталось. Всем привет, дорогие зрители, меня зовут Юсов. Я вам приготовлю тюркские хорошие блюда. Конечно, сладости тоже есть у меня. Канал Turkish People, канал Папа Юсов, посмотрите. Куча рецептов есть, друзья, я вас уже выучил много чего. Сегодня у нас так не тяжело, очень вкусно, очень хорошо, очень интересно, буду приготовить, друзья. Это называется султан кебабы. Султан, во, Хюррем, Сулейман, Чулейман. Вот такой кебаб будем приготовить, друзья. На это кебаб не шаурма, который это кебаб по-другому, бешамель соусом, друзья. Так, бешамель соусом, сверху будет сыр еще, там внутри мясо, овощи, будет вкусно, очень-очень вкусно будет. Поэтому, начало до конца смотрите видео, друзья, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Друзья, мои, которые блюдо, много так пряности нету. Я овощи, которые натурально люблю приготовить. Давайте начинаем одно частное. Овощи. Два морковка нужно, друзья, зелень. У вас что есть? Что пойдет? У меня укроп. Два штук перец зеленый. Один лук. Четыре зубка у меня есть чеснок. Три штук помидор, друзья. У нас завтра базар, что помидор пользуют дома. У меня есть 450 грамм баранина мяса. Говядина мяса тоже можно. У вас дома что есть? Куриное мясо тоже можно, друзья. Что есть у вас? У меня горох, друзья. Горох у меня так свежий, не вороний. Если у вас вороний есть, уже готово есть, это тоже подойдет, отлично будет. Друзья, сыр. Сыр у меня 200 грамм. Сыр, вы знаете, это так, лапить за сыр. Что есть в вашу руку? Даже не обязательно сыр. Лабешамель соусом нужно, друзья. Масло, 1,5 стакан молока, 3 ложку, столовую ложку муку. У нас есть лаваш, друзья, лаваш. У вас какой лаваш есть? Соль пойдет. Соль и черный перец, друзья, у меня есть. Если вы хотите еще острый перец, там еще хотите другой, там что-то, что вы хотите. Соль можно добавить. Работу начинаем, друзья. Сначала нашим морковку почищем быстро-быстро. Морковку, овощи, короче, быстро-быстро порежем. Не очень большой, не очень маленький. Сразу одно свободно тарелки забираем его. Отдыхают. Лук быстро порежем. Лук немножко тонкий порежем, друзья. Лук тоже забираем одну часть тарелки. Перец, друзья. Обязательно попробуйте перец, если острый, не надо добавить. Да не к ми, гел Адана, гел гидек. Надо бить вот так перец. Потом тонкий-тонкий надо порезать, это очень-очень важно. На улице у нас музыка идет, провожает армия, люди танцуют. Которые соу, мои любимые песни туда идет. Перец тоже забираем одну часть тарелки. Помидор. Gel gidek, Adana'ya gel gidek. Помидоры тоже убираем. Отлично. Забираем. 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 Пойдем.
Друзья, у нас кастрюль не большой, не маленький. Кастрюлю немножко масла, где-то там 3-4 столовые ложку масла. Ждем сейчас его. Согревается. Одно время чеснок почищем руками. Пить не надо его. На его запах не нужно. Друзья, отправляем мясо. 1-2 штук. Нормально. Мясо сейчас где-то 10 минут будем жарить, друзья. Мясо сейчас бросать свой жидкости, потом обратно тянет. Мы будем жарить его хорошее. Если мясо хорошо не жаришь, потом мягкий не будет. Крышка закрываем, оставляем его 5 минут отдыхать сам себе. Сам себе, не трогаем, не мешаем его. Жидкости уже закончилась. Я вижу уже мясо. И скучно стало сюда. Сколько мы масла давали его, стоит. Жареное мясо. Друзья, сейчас лук, перец, морковь отправляем туда. Пусть они идут познакомиться. Чеснок не забываем. Чеснок тоже добавляем. Сейчас перемешаем. Мясо, когда вкусно запах придет, тогда вы добавите овощи. Закрываем крышка. После 3-4 минут познакомиться вот так между собой. Мы не трогаем, не мешаем. Жарим. Овощи уже свой жидкость оставил. Пусть пожарится вот так. Пойдем дальше. Сарына yıldız düşmüş. Я. Человек тюрьмы свой мама писал песни. На этой песне это говорят. Да, волосы звезда попал мама, и значит это волосы белые осталось. Он умеет в виду, которые говорят это не убирай, не плачь. Друзья, отправляем эту красоту. Горох. Сразу отправляем помидор. Сверху черный перец. 1 чайную ложку соль. 2 чайную ложку. Перемешаем. 200 мл горячая вода приготовим. Через 5 минут наливаем. Друзья, 200 мл воды наливаем туда. Перемешаем. Огонь поменьше. Огонь самый минимальный. Сейчас оставляем его жарить, варить. После 20-25 минут, когда вода закончится, выключаем, друзья. Друзья, произошло у нас 20 минут. Сейчас выключаем огонь. Будем ждать где-то 10 минут. Пусть она себя немножко отдыхает. Друзья, сейчас быстро бешамель сос будем приготовить. Одну сковородку забираем. Внутри масло сначала. Давай, братан. Где-то 1,5 столовой ложку. Сейчас будем масло пожарить с мукой. Потом добавляем сверху молока. Так, потихоньку добавляем муку. И здесь мука надо жарить, друзья, обязательно. Чуть-чуть молока издаем, который 100 мл. Сейчас надо очень хорошо перемешать его, потому что тесто будет она. Сейчас остальное молоко издавали.
Ну, друзья, бешебель сос практически готово. Сос закончился, молока. Доставают. Жди, приду. Лаваш сейчас откроем, друзья. Лаваш надо 4 части порезать. Неважно, друзья, размер большой, маленький. Треугольник, вот так. Противень приготовили. Друзья, каждый дома есть вот такую тарелки для суп. Пиала. Пиала? Пиала, да. Пиала. Начинки вот так перемешаем. Начинки обязательно попробуйте. Соль должна быть, друзья. Соль обязательно посмотрите, проверяйте. Куда? Давай сюда. Все, жалко, еще один нету. Все, неважно. Ну где наш бешамель соус? Горячий нельзя. Сейчас сверху оставляем сыра. Отлично. Готово. Отправляем в духовку, друзья, 25-30 минут. Сверху, когда начинает жарить, и значит, наши вкусняшки готовы. Вот так. Практически готово. Много-много жарить не надо. Опа. Все. Пожалуйста. Вот, положу жена. Пожалуйста. Сверху зелень. Опа. Вот еще чуть-чуть еще. Вот. Отдельный аромат даст зелень. Друзья, приготовил султан кебабы. Серьезно, так после зелень очень-очень вкусно начал запах. Видите, еще жареный, конечно, сыр вокруг. Я очень люблю вот такой черненько-черненько. Себе так приготовлю сюда. Вот, пока горячий, не сможем покушать. Пока приготовим зубы. Давай, хватит ждать, а? Какой же надо, бери один. Друзья, я вам быстро показываю, которые, смотрите, хрустящим. Видите? Внутри мягкие, внутри, вы знаете, до этого мы приготовили. Как можно кушать сейчас? Жалко такую красоту. Не совсем.
На работу, когда мы приготовим это, первым мы поваром покушаем это. Вот так руками, шаг. Давай вот так. Одно часто надо начинать, так? Друзья, мясо очень-очень мягкое, очень-очень вкусно осталось. Я вам быстро показываю, как вот это кусок, видите? Горячий. Внутри горох отдельно кусают, друзья. Если это свежий горох, вы пользуете, отдельно кусают. Чем это готово? Готово, когда положишь туда, когда соус себя тянет, это вкус не так. Мы его давали много разных вкус. Много разных. Вот это горох себя тянет. Это. Горох замороженный купили. Мороженое, но свежий. Вот, друзья, одно блюдо тоже я вам показывал. Очень-очень вкусно, сочное. Так выглядит аппетитно, хорошее. Я вам советую приготовить. Всех может приготовить дома, друзья. Если у вас гости приезжают, не стыдно будете. Вот сразу пожарите. Давайте. Внутри, короче, не обязательно прямое там мясо, там что-то добавить. Простое овощи тоже можете добавить внутри. Это идея, друзья. Я с мясом. Это султан. Это оригинальное, что я вам это приготовил. Просто так овощи просто порежете, пожарите, внутри положите. Сверху бешамал сос обязательно. Если бешамал сос нет, и тогда сыр держать не будет сверху. Вот, это проблема будет. Но друг друга близким не надо, потом это приклеить будет друг на друга, ваше блюдо вообще мусор будет. Поэтому лучше приготовить вот так, покушайте аппетитно. Всем спасибо большое, пока, увидимся, друзья. Работал человек, голодный.